Только на первый взгляд бадминтон – неспешная пляжная игра, не требующая особых навыков и подготовки. Но в исполнении профессионалов становится понятно, что этот олимпийский вид спорта может быть зрелищным и эффектным. 24 и 25 августа физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна» стал местом настоящих спортивных баталий. Здесь в очередной раз проходил турнир по бадминтону «Атомный валан». Поучаствовать в нем мог каждый при подходящей подготовке. Физическая подготовка должна быть... Ну, очень хорошая, потому что очень большие скорости. И скорость валана, она занесена даже в книгу рекордов Гиннесса, там 483 км в час. Турнир проводится ежегодно с 2012 года. Мероприятия поочередно проходят в Смоленске, Вязьме и Десногорске. В этот раз в Атомград прибыло более 30 спортсменов. Это мужчины и женщины из Смоленской и Калужской областей, а также из Санкт-Петербурга. Поиграть с русскими приехал и гражданин Франции. Я работаю и живу в Смоленске, играю в бадминтон. Поэтому сегодня здесь, потому что здесь в Десногорске очень-очень хорошо и... удобно турнир, поэтому я здесь сегодня. Все это очень приятно, потому что все коллеги очень приятны, и атмосфера великолепна. Победители турнира были награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.